Без дифференциала тут не разгонишься ни разу в жизни просто. Колес начинает пробуксовывать. Да и тачка ушатывается так, что, я не знаю. Водили там, наверное, очень весело. Просто обычная, нормальная, ровная такая дорога. Нет, тачку просто ушатывает, как я не знаю. Как фильмы про там путешествия в поездах снимают. Вот там постоянно вагон вот так раскачивается. Типа кто-то куда-то едет, на самом деле, просто там, не знаю. Декорации купешки сделали и раскачивают. Ну, там, старые фильмы, да? Или дешевые фильмы. Вот здесь также просто ушатывает туда-сюда бедный Урал. Причина не ясна. Так, что там нас ожидает? Еще на восток и на север. Если будет просвет в деревьях, я должен увидеть точку. Где-то здесь. Ну вот, я так понимаю, вот эта вот дорога или что там ведет именно к точке. Ну или, по крайней мере, к месту поближе к ней. Твою мать! Вы. Стрелка на боку отмечается. Даже не знаю, что сказать. Так, защита кабины. И шоссейные колеса. Первых. Это нафиг. Защита кабины не помешает. Давайте сцепку оставим. Ну чё, на помощь поехали, чё. Не буду ж я там УАЗиком пилить все это дело. Так, ты только не тони, а. Нормально. Просто по крыше нырнул. Ты чё, живой? Так, а вот это вот самое веселое. Чё ты решил съесть? Ну, он просто провалился уже по самый мост в эту грязь. Мне кажется, ли в этой игре нет разницы, пустой ты, без прицепа или полный с прицепом. Что за фигня вообще происходит? Еле едем. Машина пустая, она без всего, с защитой только для кабины и все как бы. Нет, надо застрять. Надо усесться просто по самой крыше. Что же здесь будет с грузом тогда происходить? Ну, если тачка будет с грузом, я имею в виду. Ну, я говорю, подвески как таковой в игре не существует. Похоже, что машина разгружена. Она как-то выше, может быть, стала? Нет.
Абсолютно такая же, по-моему, лабуда. Но если есть система подвески, то она точно нереалистичная, потому что, ну, как бы, очень маленькая разница между загруженной машиной и разгруженной. Так. Куда мы тащимся, да? Там еще надо придумать, как это все дело-то перевернуть. Там очень неудачное место. Там сбоку не подъедешь. Слушайте, а нам бензика-то хватит доехать? И был ли бензик полным, когда я отъезжал? Я же забыл, что здесь, блин, с самого начала подстава в том, что у тебя тачка не загружена бензином по горло. Вот это подстава. Я сейчас могу встать. Кажется, что есть недалеко, а на самом деле тут можно застрять и, в общем-то, израсходовать довольно много. Тогда будет совсем весело. Ну, минут 10 у меня есть. Думаю, доберусь за это время. А если не доберусь, у нас есть еще КамАЗ. Ну, КамАЗ тут точно застрянет. Или утонет, или еще что-нибудь. Сейчас главное еще не перевернуться на кразе. Вот это вот будет совсем апофеоз, говнище. Так, ну естественно. Естественно, помним про дифференциал. Вырубаем его. 1 литр под горку, мне это нравится. Сэкономили малость топлива. Да что, я сейчас рыть начну канаву прямо на дороге, если вырублю дифференциал. Не вешайте мне лапши. Вот в любой момент машина может просто по какой-то причине забуксовать и вырыть все ямы. Чтоб потом другим нельзя было проехать. Вот здесь точно будет буксовать. Нет, ну ладно. Смотрите-ка, он даже здесь не буксует. В этом, что ли, преимущество краза? То, что он не любит буксовать? Да нет, двумя осями уже урвался. Так, мы едем по старой колее, даже не буду доруливать специально. Потому что вырывать новую не комильфо. Так, где-то мы здесь должны уже увидеть наш Урал, потерпевшего нашего профессионального. Так, ну топлива теперь уж точно хватает, да? Хотя нет, сбоку мы сможем подъехать, если будем знать, как сбоку-то подъехать. Места-то не хватит. Здрасте, приехали. Места-то нету, чтоб... Ну, как бы, ну вы поняли.
Может, просто в наглую? Нукс. Есть. Все очень легко и просто. Опять-таки, немножко сноровки и все. Нормально. Вот теперь, правда, топливо, блин. Как будто одним местом жрем. Так. Ну, зато вот точка разведки. Что он там орет? Что-то у него там с движком происходит, украза. Непонятная. Давайте посмотрим. Ну, естественно, здесь тоже ничего. Естественно. Так, если я поеду прямо на... Прямо на точку буду выезжать. Но прямо там... Там деревья прямо. Надо искать отсюда выезд. Я мог бы, конечно, вернуться на дорогу, но что-то как-то... Разворачивается, опять переворачивается тоже неохота. Я, блин, еле еду, мне говорят, выруби привод. Точнее, не привод, а этот. Хорошо, хоть пропилок ничего нет. Не жалуются. Я бы тогда точно никуда бы не уехал. Так, это уже пилорама, да? Судя по всему. Я говорю, карта какая-то маленькая. Вроде на карте все очень далеко, а на деле близко. Хотя, может, и стандартных размеров. Просто довольно быстро добираемся. Потому что нет такого количества деревьев и так далее. И дороги более-менее прямо ведут. Ну, если карта маленькая, значит, будет легче довести бревна. Уже хорошо. Так. Здесь, что ли? Выезжать. Ну, давайте попробуем. Вот здесь главная подстава в одной бензоколонке. Тихо! Вот это вот. Немножко, опять-таки, неожиданно. Если бы я сейчас вырулил бы колесом, да, до того, как увидел бы эту всю яму, то я бы снова перевернулся. Давай, давай, заезжай. Решил он тут повыпендриваться, понимаете ли. И опять ничего. На что, только эти экземпляры, что ли? В распоряжении, хотите сказать. КРАС, Урал, КАМАЗ и УАЗик недобитый. Весело. Весело.